Итак, ребят, всем привет. Сейчас я вам буду показывать, рассказывать, как установить новый метод, этот RMVPE, локально на наш компьютер. Про локальщиков тоже не забываем, не у всех компьютеры слабые, не все на кагле хотят работать, хотят работать все на своем железе. Так давайте дадим возможность вам работать на своем железе. Итак, показываю вам экран. Смотрите, я создал на Hugging Face свою репозиторию, что-то типа такого, и тут выложил новую версию RVC, то есть ссылочка вот будет у вас в описании к видео, заходим на нее, попадаем на такую страничку, потом нажимаем File and Versions, и вот наша RVC, то есть берем кнопочку, нажимаем «Скачать». Началась скачка, то есть весит она не очень много, то есть 2,6 гигабайта всего, то есть когда мы качали с вами RVC, типа официальную, она весила что-то 5, да, вроде бы, 5,6 или что-то типа такого. Я максимально сжал, чтобы, потому что скорость интернета у всех разная, чтобы вам долго не ждать и побыстрее получить свою модель, я ее специально сжал. То есть выкинул все ненужное с нее и оставил все нужное. Несколько раз проверял уже, все работает. В принципе, чем отличается версия? Эта версия чисто порт с кагла. То есть эта версия чистый порт. Здесь ничего не отличается от кагла. То есть если вы смотрели видео про кагл, RMVPE, вот этот метод, здесь такой же интерфейс, то же самое все. Так, вот распаковалось, открываем и разархивируем на рабочий стол. В принципе, перекидываем просто файл. Здесь в зависимости от скорости, от мощности вашего компьютера будет это все распаковываться. У меня где-то секунд, может, 40 это займет. Так что, ребят, пока ожидаем. Дальше покажу, что делать. Итак, близится у нас уже к финалу наша распаковка. Сейчас все у нас распакуется, и мы с вами будем открывать нашу папку. Итак, еще хотел сказать. Лучше распаковывайте на какой-нибудь диск, отличный от системного. Диск D, E или так далее. То есть не знаю, какой у вас там диск. На C лучше не распаковывать. Потому что RVC, он всегда добавляет, то есть какие-то файлы. И иногда системный диск не позволяет ему этого сделать. Диск C, допустим. Если у него там есть русское, то есть ваше имя пользователя на русском, то есть написано не английскими Андрей, а по русским буквам Андрей написано, либо Сергей. То есть лучше распаковывайте просто в корень диска D. То есть было, чтобы D, и папка вот эта RVC там лежала. Все отлично у вас тогда будет. Все, открываем папку RVC, то есть RVC New здесь у нас. Листаем и открываем файл, где у нас тут GoWeb. То есть нажимаем два раза, открывается у вас командная строка такая. И ждем. В принципе. Еще сейчас будет небольшой акцентик. Сейчас я вам расскажу. Смотрите, у вас должен, в принципе, тут открыться автоматический браузер. А ссылкой? Ссылка какой? Вот с этой. Но если мы эту ссылку скопируете, и у вас браузер не открылся, и будете вставлять сюда, у вас иногда бывает такая ошибка. Как эту ошибку избежать? Что с ним сделать? Здесь должно быть не 00 написано, а localhost. Localhost пишем. И все. Порт оставляем тот же. То есть localhost, двоеточие. И вот эти цифры по порту нашего. Все. Интерфейс один в один, как я вам сказал. То есть здесь ничего не отличает. Здесь список наш. Здесь мы преобразуем речь, можно сюда, то есть перекидывать файл, мне кажется. Честно, не проверял. А, нет, здесь у нас показывается аудиофайл. Здесь мы показываем просто путь к файлу, который мы будем делать. Хочу сделать здесь окошко, чтобы мы могли просто драг-н-дропом перетаскивать просто и сразу обрабатываться без этих путей всяких. Скоро, возможно, сделаю. Методы PM, Harvest, Creep, RM, VPE, вот этот новый. Все, тренировка, что у нас здесь добавилось. То же самое, в принципе, все. То есть убрал здесь вот 48 тысяч герц или килогерц тут идет. Потому что многие ставили, и там получалась у вас роботизированная модель. И все, убрал от греха подальше, то вы не нажимали. Здесь пишем название модели, какая у нас будет. И все, количество потоков процессора вставляем. Сколько у вас потоков процессора? На 2 меньше, может быть. И что-то типа такого, чтобы полностью процессор не загружать. Потом здесь пишем путь к датасету нашему.
Это не полный гайд, я вам не буду рассказывать, как это все делать. Поэтому я вам вкратце просто пробегусь. Если вам нужен полный гайд по RVC, это самое первое видео на канале. Вот ссылочка у вас появится вон там вот наверху, вон вот здесь. Показываю вам мышкой. Здесь появится такая плашечка, что вот вам рекомендуют такое-то видео, смотрите его. Смотрите его, не пожалеете. Датасет. Датасет, это представляет собой файлы тоже. Как делать датасет? Было видео тоже, вот здесь в углу будет у вас плашечка, как сделать датасет. Датасет, вот файлы. Просто копируем папку и вставляем ее сюда. Вот, все вставили. И нажимаем «Переработать данные». Итак, видите, я столкнулся с ошибкой, то, что когда я нажимаю, например, вот диск D, да, датасет, нажимаю «Переработать данные», у меня данные не перерабатывают. Что с этим делать? Может, у вас такая ошибка возникнет. Что мы с этим делаем? Мы просто закрываем, в принципе, вот эту нашу командную строку, удаляем из логов файл вот этот наш, который был. Mute не удаляем никогда, то у вас ошибка, он будет писать, потому что там хранятся данные для обучения. И заново нам нужно просто открыть GoWeb. Открываем заново GoWeb наш. Так, ждем. Так вот, появилось у нас. К тренировке заходим, пишем новое название нашей модели. Такое какое-нибудь. Нажимаем «Переработать данные». Видите, все сейчас заработало. То есть иногда бывает то, что RVC не с первого раза раздупляется. Все, кулер зажужжал, все нормально, все идет у нас. Бывают иногда такие ошибки, просто перезапустить. Возможно, это потому, что у меня на диске C лежит, потому что я выкинул на рабочий стол. Возможно, такая еще штучка. Так, здесь пишем видеокарту. У нас одна видеокарта нулевая, вот 0.0 тут пишем. А здесь выбираем методы, вот он, RMVPE, есть RMVPE-GPU. RMVPE-GPU выбираем. Здесь, видите, такие цифры. 0.0. Если у вас видеокарта более мощная, вы можете поставить еще сюда 0, 0, 0, допустим, 5 нулей поставить. То есть мы несколько, на нашу видеокарту даем несколько, то есть, как сказать-то, процессов, так сказать, потоков. Потоков, это сколько потоков? 5 потоков сейчас будет на видеокарту. И наши видео, вот наши, не видеофайлы, господи, аудиофайлы очень быстро сейчас разрежутся по этому методу. Вот нажимаем вытаскивание черт. И вот смотрите. Модели подгрузились, нулевая сделана, первая сделана, вторая сделана, третья сделана, четвертая сделана, пятая сделана, шестая сделана, склейка произошла, то есть моментально. Здесь выбираем, то есть по мощности вашей видеокарты. Можете по умолчанию оставить, то есть 2 нуля, это оптимально. Если у вас мощнее видеокарта, там, можете нули докидывать, и пока у вас ошибки не будет, узнать, насколько вы можете нули здесь наставить, сколько потоков. Частота сохранения ставим на свое усмотрение, 5 советую, потому что когда вы будете через TensorBoard анализировать модель, в принципе, когда у вас 5 шаг сохранения будет, вы можете легко вытащить модель, которая вам нужна, плюс-минус, там, эти 5 эпох там не будут решать на самом деле. Эпох сколько надо всего, то есть 1000 здесь максималка, могу поставить больше. Если вы хотите, чтобы я поставил здесь, например, 3000, 10 тысяч, напишите, я вам тут поставлю хоть 10 тысяч, можете тренировать. Так, размер пачки видеокарты делаем на свое усмотрение, на самом деле, по вашей видеокарте. Отталкиваемся от того, сколько у вас видеопамяти, столько и ставим. И дальше можем потихонечку увеличить, пока мы не получим ошибку вот здесь вот, CUDA ядер. Если у вас CUDA ядеры будет ошибка, ставим на одну меньше и с этим работаем. Я ставлю обычно сколько у меня видеопамяти, то есть 12 гигов у меня памяти видеокарты, 12 гигабайт ставлю. То есть здесь ставим да-да, если датасет меньше 10 минут, то ставим здесь тоже да, если нет, нет. Все, тренировать индекс черт и нажимаем тренировать модель. Все. Здесь я вам вкратце теперь все рассказал. Где вытаскиваем файлы, повторно, не знаю, может покажу вам. Вот, в логах мы вытаскиваем индексный файл, он уже сформированный, вот индекс вытаскиваем. А из вот weightings вытаскиваем наш ПТАшный файл. У вас здесь будет много файлов, потому что у вас из частота сохранения будет эпох меньше стоять, другое количество вот здесь будет стоять. Так что все, полный гайд, это не полный гайд, это просто установка. Ребят, полный гайд наверху, вон там вот, вон там наверху. Вот здесь ссылочка будет на полный гайд RVC, это самое первое видео на канале. Так что
На этом, я думаю, все. Будем заканчивать наше видео. Всем спасибо, кто смотрел. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Колокольчик тоже не забываем прожимать. Телеграм не забываем тоже подписываться. Там новости выкладываю. Какие-нибудь интересные. Что следующее видео, какие нас ждут и так далее. Так что все, ребят. Всем спасибо. Всем пока.